Здорово всем, добро пожаловать в игру под названием Show the Avatar for Second Cultures. Неправильно прочитал, сорян. Это многопользовательская фэнтези-РПГ, в которую вам предстоит вступить на опасный, полный нелегких выборов путь исследователя мира вместе с другими аватарами, так называемыми, ну, персонаж аватар называется. Это идейный наследник серии Ричарда Гериота Ультима. А теперь по самой игре. Боевка, графика, спецэффекты, они вполне хорошие. Оптимизация тоже на довольно приличном уровне. Ну и местами иногда игра подхрамывает. Имеется вполне хороший сюжет, кстати говоря, вот я был удивлен этому. Особенно могу выделить прокачку персонажа. Да, она как в ультиме. Чем пользуешься, то и прокачиваешь. Это вот, по-моему, во многих играх, честно говоря, не хватает. Да, именно добыча руды, рубка дерева, стрельба из лука. Классно, вы не ограничены. Можете использовать как меч, так и топор, так и посох с луком. Это очень хорошо. Ну, говорю, опять же повторюсь, во многих играх этого не достает. По прохождению квестовых линий, кстати говоря, вам дают различные бонусы в виде, ну, домика в деревне и подобного. Там сколько, три сюжетные линии. Сами, в принципе, квестовые линии сделаны тоже очень необычно, как и диалоги. Здесь вы реально можете почувствовать себя искателем приключений, так как вас, по сути, никто за ручку водить не будет. Да, будут отметки на карте, но атмосфера игры, кстати говоря, передает довольно такую сильную ламповость и спокойствие. Срочно делать ничего не надо. Вы не ограничены в возможностях исследования мира. Ну, по крайней мере, раньше так было, сейчас-то, ну, вроде так и осталось. Вот что меня смутило, так это онлайн-магазин. Здесь у меня сложилось жесткое впечатление, что игра просто донатная помойка. Да, это вообще-то очень спорный вопрос, если честно. В любой онлайн-игре должен присутствовать донат. Но должен присутствовать донат тех предметов, которые ты можешь получить внутриигровым способом. Но здесь вообще-то, судя по всему, многие предметы не сможешь получить внутриигровым способом вообще. Ну так, в принципе, отдохнуть вечерком, пофармить что-нибудь сойдет. По поводу донат-магазина, давайте-ка я вам покажу. Вот так вот. Так сказать, в темпе вальса, чтобы вам было понятно. Здесь, например, вот кирки есть. И вот эти вот кирки, я так понял, в игре их вообще вы видеть не сможете. И вот, ну, говорю, спорный вопрос, народ, насчет доната, но что-то у меня такое смутное сомнение, что игра превратилась в донатный шлак. Но, говорю, опять же, это слишком спорный вопрос, здесь конкретизировать не буду. Ну, а сама вот атмосфера игры, и мне приятно играть, это мне понравилось. В принципе, мне этого хватает. Топом каким-то супергероем тут становиться я не собираюсь, но поиграть вечерок... спокойной обстановке, по-моему, идеально.